Друзья, сегодня у нас в гостях крутое новое комбо-устройство 3 в 1 от компании Playme в виде зеркала заднего вида под названием Playme Vega Touch. Данный комбик выглядит вот таким вот образом и сочетает все три функции. Это встроенный видеорегистратор высокого качества, радар-детектор и плюс GPS-информатор. Да мы бы еще добавили плюс дополнительная камера заднего вида, либо же как камера дополнительный видеорегистратор. То есть аж 4 функции получается. Данное зеркало само по себе очень аккуратное, отлично собранное, легкое. Оно одевается на ваше штатное зеркало с помощью резинок, которые идут в комплекте. Вот они. Одевается очень просто, чтобы зеркало не скрипело об ваше родное зеркало. И дополнительно прокладки, как мы видим. Даже при движении не вызывает никаких проблем. Ваше штатное зеркало не поцарапается. Значит, данное зеркало, которое вот это комбо, уже имеет встроенную камеру, видеорегистратор. Можно поменять у нее угол наклона и прочее, повернуть. В зависимости от ваших пожеланий в вашем автомобиле. Данная камера и регистратор обладает уже соньковской матрицей, честным углом взора 146 градусов. То есть, представьте себе, снимает очень широко. Можно даже поставить в какой-нибудь автобус. Также, само по себе сказать по зеркалу. Мы видим экран. Полностью повторяет ваше штатное зеркало. То есть, четкое отражение, никаких заломов, перегибов, никаких объемов. Все четкое полностью отражение действительности в этом зеркале. Что также отметить далее. Встроенный есть здесь экран 5 дюймов. Ну, вот его на просвет будет видно. Ну, потом включим, покажем, как это работает. Экран управляется здесь с помощью 5 кнопок. Либо же полностью можно управлять с помощью сенсора. Он здесь, кстати, полностью сенсорный экран. Вот этот 5-дюймовый, который в нем встроенный. Сверху у нас, значит, есть разъемы под GPS-антенну. Под microSD-шную флешку поддерживается до 128 гигабайт. А вход AV-in это под доп-камеру. И, соответственно, вход под зарядку. Мини-USB. Вот сама по себе зарядка выглядит таким вот образом на длинном 2-метровом проводе. Данный провод спокойно можно спрятать, если мы хотим сделать скрытную установку. На конце у нас разъем мини-USB. На другом конце штекер, прикуриватель вставляется. Точно такой же, короче, как и у комбо-устройств от компании Xiaomi. Можно дополнительно включить и выключить. Кнопкой можно дополнительно управлять. Очень удобно. Далее. Это встроенная в комплекте. Не встроенная, а выносная GPS-антенна. Тоже на длинном проводе ее можно спрятать. GPS-антенна нам нужна для GPS-позиционирования, чтобы определять, где у нас стоят камеры, когда вы к ним подъезжаете. Ну и, соответственно, еще дополнительная камера. Камера идет на длинном 5-метровом проводе. Можно спокойно дотянуть до зада вашему автомобилю. Проводов длины хватит без проблем. Что отметить, эта камера может использоваться как камера-видеорегистратор, либо как камера заднего вида, как пожелаете. Угол обзора составляет 100 градусов честных. Она универсальная, на ножках. Можно ее будет легко закрепить. Есть вот такая вот платформа. Ее тоже нагибается, меняется, как мы захотим. В комплекте дополнительно есть скотч двухсторонний, если мы хотим ее приклеить, либо шурупы, если мы хотим ее присверлить. Далее, что отметить? Также дополнительно есть в комплекте тряпочка для того, чтобы протирать данный комбик. И, соответственно, инструкция полностью на русском языке. Еще часто вопрос спрашивают, встроенный есть ли литий-ионный аккумулятор в данном комбике? Нет, его нету. Здесь уже идет встроенный суперконденсатор. Он живет во много раз лучше в наши суровые сибирские зимы и переживает их без всяких проблем. И поэтому вообще, в принципе, проблема вздутых аккумуляторов здесь отходит. Данное комбо-устройство составляет цену 14-14500 рублей. Очень удобное и простое в управлении. В следующем видео мы это вам покажем. Интересное комбо-устройство от компании Playme в виде зеркала заднего вида под названием Vega Touch в наличии.